Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Scrap Mechanics, будем смотреть свежие постройки. Всем привет. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. Димончик, показывай, что ты накачал. Во, кстати, вот такое я и хотел. Новый год, ребята. Это будка на колесах? Это будка на колесах, что ли? Рождественская. Это очень странно, Дима, смотри. А, рождественская будка на колесах, извини, не уточнил. А что там внутри? Как-то сюда можно сесть, я так понял. Подожди, тут есть движок, значит где-то есть и что-то еще. Ничего. Опа! Эй, Димон, ты куда? А, ты сейчас развернешься, я сейчас запрыгну на ходу, ребята. Специальный трюк. Эх, блин, иди сюда. Я остановил. Вот остановил. Давай, погнали. А где ты запускаешь ее? А, вот, тут я вижу кнопочка. Кнопка. Ничего себе, мы летим. Это Димон, она так смотрится? Когда... А, стой, о, стой. Что за говно? Я через эту кабаку пролез. Димон, ее надо остановить. Ого, ты далеко, я побежал. Я сейчас такую бомбу прилеплю, она не сможет ехать. Да. Я, Димон, вижу, ты бомб наставил, но так ни разу и не попал. Моя идет очередь. О, Димон, можно взрывать было. Все. Давай я типа взрываю. Давай. Бум. Бум, бум, бру, бум. Красота, Димон. Так, давай дальше. Давай дальше. Сразу же переключаемся на новую построечку. О, Димон, я сажусь. Спасибо давай. Тебе за ходожоп. Очень, Димон, как-то он стрёмно ходит. Давайте я помогу. А назад. А, я могу на месте крутиться? Блин, в другую сторону. Стой. Дайте что-нибудь улучшу. Стой. Че он падает? Тихо, мужик, не падай. Сейчас я развернусь, чтобы не падать. Я могу контролировать. Блин, это четко. Димон, я могу ходить прямо вот так вот. Блин, веселый робот, мне нравится. Так. Там нема движка, чтобы ускорить, не? Нет, движка вообще нету. Он работает как поршень, короче. Давай, Димон, ставь мне бомбу, наверное, я полечу вверх. Или еще два. Или два ты походи, я посмотрю со стороны. Да, я попробую тут настроить. Я тут стеклышки какие-то ломаю. А ну, нажми влево или вправо. Я теперь понял, со стороны прикольно смотрится. Давай проверим, утянет он бомбу здоровую или нет. Кстати, он даже не падает ни разу. Димон, смотри! Кстати, равномерно! Ну блин, чуть-чуть неравномерно. Эх, не получилось. Бум. Бум. Вот такой вот бум подошел к нам. Даже осколков не было, потому что бомба реально здоровенная. О, Санс! Ребята, ставьте лайк за Санса. Кто любит Undertale, поехали, посмотрим, сколько нас. Поехали, ребята, ставьте лайкосики. Он и с этой стороны крутой. Мне кажется, с этой стороны на солнце лучше будет, Димон. Да. О, ну да, так поярче будет. Смотри, какой он ярче. Упадет, если я буду стрелять? Знаешь, что он когда упадет? Когда если вот так по нему бить будет. Одну бомбу, Димон, поставь только, не? Не, не падает. Даже... По башке стреляй, не. Смотри, сейчас перевесит, Дима, смотри. Я так делаю, что он перевесило. Я вижу, смотришь? Я вижу. Так, давай. Чё-то, Димон, это не получается. Не хочет. А чё? А вот посмотри, так. Что с этой стороны. А чё там? Блин, нифига себе. Блин, это жестко. Димон, стреляй в твою самую верхнюю бомбочку. Ой-ой-ой, красивый был фейерверк. Санс разлетелся. От Санса даже ни крошечки не осталось. Смотри, кто-то к нам идет, вон там человечек. Стреляй по нему. Он, а там в чате писала, кто это. Это к нам присоединился Руся. А, Руся, хорошо. Это подписчик наш. О, это что у нас, голова? О, Дима. Это ты, Димас, это ты. Блин, ребята, круто. Ребята, это Димас. А чё я сразу? Это ты.
Это ты. Да не я, это ты. Смотри, как глазами шевелит. Опа-па, так. Никого нет. Палит. У меня, Дима, нет такой бороды крутой. Да это ты. И еще усы и брови, и наушники. Может, голову ускорить, чтобы быстрее крутилось? Дима, если я сейчас тебя этот... Подожди, тут две кнопки. А, нет, это не кнопка. Опа, что-то он там... А, нет, он зубами шевелит. Я тут немножко его поменял, смотри. Не-не, сейчас я, короче, его апгрейжу. Апгрейжишь? Да. А, во-во-во, тут еще какая-то штука есть. Сейчас тебе с помощью нее как раз таки и поменяй немножечко. Он, Диман, остановился. Ах, что за что? Руся заспавнил какую-то штуку, потом посмотрим. В общем, Диман, это ты и точка. На тебе в рот бомбу. Это ты. Бум! О-о-о, твоя бомба. Давай посмотрим, что он тут поставил. О, так это шляпа на... Нифига себе, ну такое себе, да, Диман? Да, такое, не очень, конечно. Фигня какая-то. Ну, чтобы он из картона сделал, мы бы уже разломили. Смогли бы разломать. Ладно, давай смотреть новую постройку. Погнали. Новая построечка, это у нас... Это... Загадочная коробочка. Что же внутри коробки, а? О, Диман, я нажимаю кнопку, давай, смотрим. Нажимай. О! И чё это такое? Ух ты! Ничего себе! Что за шляпа? Коробка, ты куда? Бум! Да. Жёстко. Диман, я бегу к ней. Чё-то не так получается. Мы должны, может, там были стоять или нет внутри? Знаешь, почему она переклонилась? Потому что с одной стороны я стоял и перевес сразу пошел, а так должно оно ровно было полететь. Давай, Диман, я его заново ставлю, да? Да. Это очень странная коробка, если честно. Блин, эх, жирный какой. Очень странная коробочка, очень. Давай, Диман, просто нажмем, не будем наступать на нее. Или давай наступим, стой, я встаю, я, Диман, тут. Я тоже. Прощай, Диман. Блин, ого, мы высоко взлетели. Бум. Ой, я под карту провалился, Диман. И еще полетело раз, Диман. Эй, вы играете неправильно, прекратите. Написали. Смотри, Димон, как красиво она летает. А что он там дальше решила полетать? Бум. Ну такое себе удовольствие. Это реально, ребят, как это неадекватная коробка. Коробка. Летающая бешеная коробка. Там еще какая-то девчонка. Вот это она мочит. Мы ее сможем, Димон, поймать или нет? Не, такую, наверное, коробку не поймаешь. Я поймаю ее. Надо ее сейчас взорвать. Давай ее взорвем, да, она бешеная. Давай одной бомбочкой твоей. Давай. Карликовая бомбочка. Так, ставься. О, сюда. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, Димас, едет? Ты поломал, блин. Это что, не едет, его поломал? Едет, я не поломал, взорвали. Поломал. Нет. Сейчас проверим, выдержит он бомбы нагрузки или нет. Садись. Да нет, Диман, стой, я хочу так сесть потянуть. Да я хожу бомбы ставлю, он удаляет. Не понимаешь, это эксперимент. Тянет, Димон, или нет? Да, тянет. Смотри, проверяем. Ну, норм. Вот. Ого. Поехал. Не, Димон, не надо, стой, дай покатаюсь. Нет. Ого. Блин, классно, запустили в космос Димаса. Он еще какую-то коробку поставил. Блин, динозавра так и не включили. Диман, ставь заново, давай его включим. А я сейчас почищу этого. Уберу, чтобы он не мешал. Все отлично, чисто. Два зеленого динозавра, Диман. Так, подожди. Это потерялся, я вижу, ты прям крутишься. Что такое, где я? Это что за коробочка? А я не знаю. Вот нажимать, что ли, на нее просто? Она он набирается, видишь? А ты что ли клацаешь? И че? Кликерная бомба, что ли? Поставить? Заново поставить? Да. А что с этим не так? А он поломился. Поломился. Так, где тут кнопка, Димон, ищем? Лесенка есть вот на горбушке. Прикольно, лесенка такая.
И чё, он тоже не рабочий? Тогда подожди, дай я посмотрю. Да не рабочий. Он рабочий. Рабочий-рабочий, у него тут столько ничего. Столько ничего. Где кнопка-то? Где-то здесь. А ну да, я поднимусь наверх. Мне понравилось. Вот кнопка здесь где-то. Ой, я нашел, Димон, кнопку. Смотри, я шагаю. Пошагал. Ребята, классный динозавр. И жопа ему, у него там спина открывается. Он не тянет, да? Ему тяжело реально эти бомбы. А, я понял, надо эти балки убрать. Что это у него тут за устрицы какие-то? Да это разработчик так сделал. Все, шагай нормально теперь будешь шагать. О, только я задом иду, давай, двоечка, вперед. Может тебе хвост еще оторвать, а то он, блин, весит столько. Ай! Во, нормально, без хвоста-то. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Димон, он деревянный динозавр. Я шагаю, я шагаю. Я шагаю. Ух ты! Неплохо разлетелся. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!